Чиновники Казахстана продолжают реагировать на заявление товарища Путина о русских подарках после развала СССР. Вот настала очередь Акима Северо-Казахстанской области Ганина Муметова. Он на своей Facebook-странице выложил пост о том, что он приглашает всех жителей южных областей Казахстана переехать в Северо-Казахстанскую область. Посты вы можете читать на его официальной странице. Он говорит, что требуется казахстанцам немедленно переезжать в Северный Казахстан. Как известно, Северо-Казахстанская область является самым малонаселенным регионом страны с отрицательным сальдом миграции. Это представляет собой фактор как национальной безопасности, так и экономической, поскольку дефицит трудовых ресурсов насущный вопрос для экономики региона. Далее перечисляются все плюшки, которые получат. Те казахстанцы, которые желают переехать в северо-казахстанскую область из южных областей, это все понятно, все, кому интересно, сами прочитайте. А далее он пишет, что поэтому репост приветствуется для информации тех, кому это может быть интересно, особенно в текущих условиях и в летний период обращаться можно в местные службы занятости. Ну, конечно же, в текущих условиях, после заявления Путина о территориальных претензиях к своим бывшим соседям, мы обязательно ставим лайк и обязательно делаем репост этой записи у себя на странице в Фейсбуке. А также выложу это видео на канале в Ютубе, чтобы побольше людей узнало, что необходимо все-таки переселяться с юга страны на север поближе, так сказать, к фронту будущему. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово и до новых скорых встреч.